санаторий Озерный, баскетбольная площадка такая вот. Там турники такие, можно попотягиваться. А это вот такой вот теннисный корт для большого тенниса. Да тоже какой-то спортивный комплекс синенький такой. Не знаю, что там внутри, пока не был. Попробую подойти посмотреть. Ну, это просто, видимо, спортзал, дорогие друзья. Это спортзал. И что в этом спортзале? В этом спортзале там для футбола такая площадка. Птички поют. Там самая красота заниматься спортом. Но спортом мало тут занимается. Вон мужчина только вот один. Что это он делает? Пресс качает, ноги поднимает. Пресс качает. Вот такие цветочки цветут. 2 мая. Не знаю, как называются цветы. А, запах какой. Где пчелы? Пчел нету. Нет, вон пчела опыляет эти цветы. Вон они, пчелы, медоносы. Вот это тоже красиво, такие цветы. Вот нам на даче делать такие альпийские горки, чтобы было все красиво. Ролик заканчиваю. Спасибо, что посмотрели. Пока.